В Ненецком округе прошел диалог на равных с Иваном Сысоевым и Надеждой Пальневой. Местные звезды КВН рассказали о своем пути в большой юмор, как создаются шутки и многом другом. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Алексей Вокуев впервые пришел на проект «Диалог на равных». Юноша не так давно пробовал себя в юмористическом амплуа, а после диалога и вовсе всерьез задумался о том, чтобы вступить в Лигу КВН. Мне понравилось, что тут были такие личности, которые выступали на федеральных каналах и принимали участие в таких проектах, как Comedy Battle и КВН. Хорошо, это тебя к чему-то подтолкнуло? Ну, я думаю, что я буду больше уделять времени юмору. Встреча началась с того, что каждый из приглашенных гостей рассказал о том, как судьба его связала с КВН. Надежду Пальневу заметили и пригласили в команду. А вот Иван Сысоев пришел целенаправленно. На самом деле, я изначально приходил в КВН по той причине, что там, в школе я был весьма скромный парень. И приходил в КВН я именно для того, чтобы как-то вот проявить себя, раскрепоститься и так далее. Потом, по итогу, у многих КВНщиков это перерастает, вот эта привычка держать микрофон, выступать на сцене, превращается в работу чаще всего. Поэтому в моем случае вот эти 13 лет, которые были проведены с юмором, они, собственно, подарили мне и какую-то уверенность в себе на первых этапах, и работу, и, собственно говоря, любимое дело. Умение писать шутки уже половина успеха. Причем Надежда Пальнева уверена, этот дар дан каждому. Самое главное – постоянно практиковаться. Например, как мы пишем за полярную лигу? Вот у тебя округ, да? Есть элементарно, даже в последнее время пользуется популярностью подслуженно, где есть любой инфоповод. Вплоть до очереди в больнице, понимаете? То есть любая ситуация, там дорога на Дервиску, мост, который если заводской пытаться позвонить. То есть любая какая-то жизненная ситуация, ее садимся и выкручиваем. А как бы ты себя повел? И все, и это выкручивается в какой-то юмор, знаете, шутку. То есть нет определенного, что ты сел, начал писать там определенно сразу шутка за шуткой. Добавлю, в настоящее время идет набор в Заполярную лигу КВН. Все веселые и находчивые могут вступить в ее ряды, просто связавшись с Надеждой Пальневой. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, телеканал «Север».